Мокрый снег, гололедица, порывистый ветер. Пераменливость – характерная рыса соковика. После тыдня теплого, амаль красавицкого надворья, температурный режим вернулся у звыклые климатичные рамки. Сегодня про территорию Беларуси перемешается холодный атмосферный фронт, услед за яким пришло больше холодное поветра. Раница выдалась снежной. Водителям варто быть осторожными, дороги слизкие. Ближайшей ночью чакается до минус 2 градусов. Завтра в день слупки термометров поднимутся до плюс 6. Будет переважно без опадков. До вечера махшимы невеликий снег. Але похолодание будет короткочасовым. Характер надворья изменится в ближайшие выходные. С заходней Европы до нас почне поступать больше теплое поветра.